Всем привет! Сегодня познакомилась я вот с таким прибором. Предполагаю, что называется он, наверное, электронная рулетка. Придумывать, сколько стоит, даже не буду, не предполагаю. Дали в руки, сказали, вот, на работай. Мне надо было начертить план холла и рассчитать по этому плану примерно расположение, кафель очень крупный, чтобы посмотреть стыки, швы, чтобы это красиво выглядело, ну, на площади уже как бы, и плюс сделать замеры всех стен, перепадов, углов, потому что это не прямоугольное помещение, а чуть-чуть другой формы. И вот для нарисования плана мне вместо рулетки дали вот такую штучку. Удивила она меня приятно тем, что интуитивно понятно даже женщине. Я, конечно, с детства люблю технику, но, в принципе, это оказалось очень простой в использовании и порадовало меня. Сейчас покажу и вам, что может этот прибор. Значит, у него есть кнопка включения, и эта же кнопка, если долго давишь, выключает его. Также, помимо того, что я могу померить расстояние вот кнопкой функции, выбирается, вот сейчас я поближе покажу, это замер просто, это был замер, если вы хотите площадь помещения, если он у вас прямоугольный, квадратный, там правильной формы. Также можно замерить кубический объем помещения. И есть в этом приборе накопитель, который... Также вот углы, кстати говоря, тоже можно. И есть накопитель, который сохраняет в памяти последние 10 значений. Если вдруг замерили, забыли. Сейчас я вам покажу просто замеры. Как работает. Двойной клик на красную кнопку один раз, чтобы нацелиться на противоположную стену. Вот от меня до стены 2 метра. Сейчас попробуем сюда замерим. И до потолка у нас 3 последние замера остаются на экране. Если вдруг это замеров больше, то в памяти они сохраняются. Также при помощи функции, сейчас покажу примерно, как замеряется. То есть, если я меряю от стены, от себя до стены одно расстояние, второе расстояние, он сразу выдает площадь помещение, ну, не, конечно, не всего помещения, а именно у меня в данном случае я мерила от себя, не от стены до стены, а этот угол, в котором я сижу, как бы получается, я замерила квадратный метраж. То есть вот если нужно рассчитать пол, оказалось очень даже удобно. Интересная вещица. Рекомендую.